В полицию Тюмени поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что неизвестный обманом похитил у него свыше 30 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. За что задержан сотрудниками полиции? Продавал монеты. Как именно продавали монеты и какие? Сувенирные. Катерина пьет. Были в Перми, Омске, Томске, Новосибирске. В отделе полиции ранее судимый за аналогичные преступления житель Ленинградской области признался в содеянном и пояснил, что ездил по городам России с сувенирными монетами и обманывал граждан. Установлено, что в день преступления потерпевший находился на парковке гипермаркета. К его автомобилю подошел мужчина, который сообщил о возможном выгодном предложении. Злоумышленник показал заявителю старинные монеты якобы с времен царской России, сообщив тому, что они изготовлены из серебра и имеют историческую ценность. Подозреваемый добавил, что данные монеты найдены им при раскопке старинного здания его родственников. Доверчивый гражданин согласился на покупку и передал за нее свои денежные средства. Позже потерпевший понял, что приобретенные старинные монеты являются поддельными. По данному факту возбуждено уголовное дело. У сотрудников полиции имеется достаточное основание полагать, что мужчина причастен к другим эпизодам противоправной деятельности. Всех, кто пострадал от действий данного гражданина или обладает какой-либо информацией, просим обратиться в полицию.